Это тебя так задело? Теперь будешь до смерти себя корить, да? Не нужно сарказма. А я тебе рассказывал, что провалился в первый день работы. Это меня не просто задело, я даже ходить к психологу стал. Не нужно таких фантазий, просто чтобы меня успокоить. А я не вру. В первый день заступления на должность я сказала себе, что не должна ошибаться. Я держала это слово 7 лет. Но такое ощущение, что в этом деле я не делаю ни шага вперед. Я это понимаю. Но чем больше ты в таком состоянии, тем важнее поддерживать ясность рассудка. В мире ведь нет идеального момента. Неважно, как силен враг, он все равно оставит след. Машан. За время расследования умерло уже 2 человек. Ты находишься в опасности. Знаю. Будь осторожней. Не переживай. Даже если и придется расстаться с жизнью, мне будет очень больно тебя покидать. Верно?